хочу уже до конца бутылку поспать, и всем я хочу уже до конца бутылку поспать. Это пипец. Этот бутылку пас, блин. Вот обновился недавно, хочу его сразу проходить. Вот я хочу вот уже дойти до скинада какого-то. Так. Что тут за командный бой? Одну катку сыграем. Я с ним проходил вот. Там пойдет за дневком вот. Своему убийцу в командный бой. Сейчас я просто специально поддался некоторым челам, чтобы они меня побывали, а потом я их просто кикнула и все. То есть вот нужно, в этой катке нужно нормально так луну нанести и нормально так поубивать самого себя получается. Сейчас тут, ну это последняя катка, я уверен. Помню, я кикнуть его, да, я сейчас ее просто пройду. Этот батл пас. Бам, и покикал тело. Сейчас тогда еще пикну чего. Так, ну сейчас просто беру на 16 мою любимую. Сначала я просто подаюсь, тут меня убили. А просто, допустим, сюда встану. Вот. Вот. И сейчас иду вот туда, в этот дом. По сути, мне должны. По сути, я должен этого чела кикнуть. Блин. Ты где? Ты где, подонок? Ты где? Вот ты где. Почти. Хихала меня убила. Сейчас ты у меня нахихаешься. Все. Изи пройденный. Ну тут же до конца доиграл как раз. Халявный опыт получу. Блин, ну вот у них уже класс за 70. У меня М-ка только за 50. Ну хотя бы дегрецкий у меня нормальный. Ауч. Больно. Фига на том, что... Да, на колосса сколько у него там. Ау. Смерть. Сейчас у тебя будет летальный исход. Вон. Вот я играл два пальца, и мне все вполне устраивает. Что мне пишут иногда некоторые, типа, играть два пальца, ты играешь как, ну, что-то я такого не замечаю. Бам. Чеку. Откуда он там взялся? Я сам 16, как я не знаю кто. Это как Вера. Ой, это как Блин 740. Начал прикрывать. Ну-ка, сейчас я поступлю. Может, прострелю как-то. Кстати, вот обалденный прострел. Я один раз так тело и прострелил. То есть вот именно с Дигой я его прострелил. Ну, это еще давно, где-то месяца два назад было. Чем тут делаем? Бам с Дегрецкого дал килл. Дегрецкий это самый сильный пистик.
Год. Ау. Я, кстати, по нему попал все-таки с дигла. О, его раскидали. Так, сейчас иду и просто резко-резко-резко вырываюсь. И делаю жесткий килл. Так. Да выйдите туда кто-нибудь, а? Я хочу вас там ампутировать. Ну-ка, сдегать буду. Ну, блин, ну давай, вот я прям туда пулю запускал. Да нет, ну, выйдите туда. Ладно. Миссия. Пипец. За свой их. О, такой же дедовский, кстати, какие у меня. Эпик. Ну, я хотя бы один. Я вот так как-то даже не стоялся, потому что я мне только в эту башню надо было пройти. Изи, проходим. И сколько мне дадут? Плюс 3. Окей. Мне будет 10 за удачу. Теперь нам с командой будем делать нечего. Ну, сейчас идем куда-то в другое место. Так, ну-ка, сейчас тогда идем в батл пасик. Убить 80 противников. В голову, фига. Мне ничего не остается, как выполнять вот эти вот задания. Вон как мы уже идем выполнять. Спасибо. О, блин, бомб. Только что было убийство с ножа. А так тут целых 2 батлпасса. Плюс 18 опыта. Как много! Это целый плюс 18! Всё, вот.
подкаст у нас тут загрузочка идет. Вот. Обожаю гонку обмануть. Ой. Да, голубчик. Будешь светиться? Ау, да у нас двое или один, чё вы? Я вас один на один вынесу. Я вас выношу потихо. Кто лошарит, вы лошарит. Кто вонючий тетей, вы вонючий тетей. Еще в прыжке его забрал. Кстати, тут пусечки вот с того, того обновления и с позапрошлого обновления Нового года. Да блин, их два, нечестно вообще как-то получается, наоборот. Они, конечно, меня сейчас будут раскатывать. Их двое, я один, я их один на один так-то вынесу. Каждого. Откуда? Универсам. Сам. Ты меня прям бесишь, я не знаю. Я тебя сейчас прям вынесу, я. Бан, он, наверное, такой. Обозрялся, наверное. Блин, я попался в катке. Один против двоих. Вот значит то, что можно обратно мутить вещи. Блин, так сейчас у меня этот, я не могу нормальные вещи помутить. Да ё-моё. Программ. Они сейчас сами себя повзрывают, потом будет бам. Блин, ну да что это такое, давай убивайся ты. Только 10 умена. Да чего вы тут все с крысы нападаете, крысы вонючие. Да блин, задолбали с крысы. Ну окей, я с вами сейчас просто посражаюсь, если вы так хотите. Бам! Бам! Ах ты ж крыса! Занудочка, иди сюда. Тут занудочка у нас, я забыл. Вон. Нас двое и их двое. Бам, прям в эту улетел, а ты. Нас тут трое. Бум, а их тоже трое. Я даже не заметил, как их трое стало. Оу, да я тут просто буду прыжками все делать, и все ему. Кто мне тут это помешает?
кисочка ты? Ты кисочка? Скажи, ты кисочка? Бан, их просто жестко взрывают. Ты что? Сейчас надо второй несколько килов все сделать. Оба на дигрецкий, дигрецкий. Дима в скобочках на английском. Самый ценный. Ой, я выполнил целиком. Не, ну в голову я лучше выполнять не буду. То есть ты еще пипец, играть. Так, мне плюс 8. Нормально. Пойду сейчас вот в какого-то другого места. Ну, в этом пасутся. Одну рекламочку посмотрим. Сейчас уже кейсик будем открывать. Угу. В том кейсе мне выпала команка. Надеюсь, тут хотя бы зэгл выпадет. Дигрецкий, ангелецкий. Вот мне вот Юс Промирион выпал. Вот с этого кейса. Вот именно вот этот Юс Промирион. Я хотя бы не знаю, ну эпика хотя бы дайте. Блин, не, я не знаю. Я не хочу, чтобы мне вот опять вот выпало вот, ну. Хочу хотя бы эпика. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну какой, какая комонка, блин, ну нет. Целых 100 серебра комонка не стоит. О, то есть анкомонка. Пипец, у меня уже, кстати, сколько у меня рак? Можно ли их скрафтить? С тобой, если я продам... Один эпик. И закуплю очень дешевых рарок. Сделаю крафтинг. Допустим, стоп. Допустим. Ну-ка, давайте купите у меня побырей. Спасибо. Допустим, петух. Допустим. Ну, я тут не найду дешевых рарок. Вот, то есть... Да, рарочек. Не найду по дешевке. Так, все, спасибо. Мне нужны рарочки. Мне нужно 5 рарочек. Ну вот очень дешевых 5 ярочек. Блин, а мне еще нужно 3 ярки какие-то купить. 3 ярки. Блин, а где эти ярки возьму?
Так, две. Ну, две хватает. Дайте куплю уже. Так. Ну. Я могу продать все свои анкомонки. Нет, за... Я даже не знаю. Если потом две анкомонки вот этих... За 0,16. Не, за 0,15 тогда. Вот, у меня сейчас 0,15. Блин. Так. Так, так, давайте у меня побыть. Купите, давайте на меня побыли. Вот, все, спасибо. За 0,28. Есть что-то будет? Что-то будет за 0,28? Мне кажется, нет. Нужно еще продавать. Давайте, купите у нас за 6 ПЗ. Вот, 0,32. Понятно. Вот, у меня еще есть вот за 0,5. Вот я его сейчас посадил. 5. Купили. И теперь факт в том, что мне осталось продавать только комонку, которая стоит 0,4. Я его сажу по оригинальной цене, и мне ее купили за 2. И теперь фиг найдешь какую-то там рарку. Вот просто фиг найдешь. Тут должно быть где-то в начале. Ё-моё, тогда точно юз, плюс, путает. Тут такой же, только не статековский. Фильтр. Юзп. Он 0,39 стоит. Фу, ё-моё. Мне нужны рарки. Допустим, по 350. А чё цена-то такая, я не понимаю. Мне нечего просто продать уже. Всё, мне продать тупо нечего. Мне нужно как-то... Словить. Тут я уже, ладно, ничего не куплю. Рарки. Последняя рарка, есть что-то? Тут можно что-то найду за... Точно, точно так. 37 заказу ровно за 37. Пожалуйста. Продайте за 37, я вас умоляю. Пожалуйста. Пожалуйста, продайте. Пожалуйста, я вас умоляю. Кто-нибудь. Ну, тут уже я молчу. Кстати, тут я смог, у меня было же целых 14 голды. Я смог с 4 крейками, например, надо это купить. Ну, выставите. Понятно. Дигл, он дигл, точно, дигл. Только на дигл, пожалуйста. Нет, опять промах. Я ищу просто какую-то рарку.
тут все завысилось в цене вообще. Тут вообще не знаю, все в цене завысилось. Даже на оригинальную цену этого дигона не хватает. То есть вы мне хотите сказать, что я должен эпика продать? Идите вы, знаете, куда со своими там этими. Пипец. Мне... Вот, одной не хватает. Одной. До эпика. Ладно, сейчас тогда приходим в Battle Pass. Чуть не сказал Battle Pass. Вот еще нормально, 40%. Я уже все, в принципе, так-то прошел. Осталось только 8 тысяч в голову. А ну хоть все равно нету смысла уже. Я сейчас вот только до чего поднимусь. Вот. Сейчас только до серебра. Надо потом обновляться, поэтому я не знаю, что сейчас делать. Я на это видео закончу. Все, я всем пока.